This is St. Petersburg right here, and I want to tell you that this video is kind of special because St. Petersburg is not a regular city. It's a city where Putin was born, actually. So now let's get straight to the video. По поводу Путина. В центре Петербурга. Это душа России, душа России. Душа России. Посмотрите в эту душу России. Давайте посмотрим, что в этой душе. Живописнейшая архитектура 18 века. Прекраснейший пейзаж. Сними флаг России. Какой Путин, друзья? Какой Путин? А к Путину как относится молодежь? Я могу только за себя сказать. Да, давайте. Негативно. Почему именно? Долго это будет, на самом деле. Ну вот я говорю свое мнение, говорю, это негативно. Что он долго у власти? В двух словах буквально. Это вообще, да. И это, и то, что сейчас происходит, сами знаете. Да. Угу. Вот. Путину? Да. Я боюсь такое на камеру говорить. Я аполитичный человек, мне плевать немножко. Если языком не нельзя выразиться, Путин красавчик. Скорее нет, чем да. Почему нет? Просто потому что. Не, я вообще не хочу задаваться даже этим вопросом никогда. Я считаю себя максимально политичным человеком. Я пока вот сижу. Ну это жесть, конечно. Типа по-другому это никак не назовешь, потому что у меня есть много друзей там, естественно. Мне все передается, но я не хочу просто никак это придавать огласке. Я нет, я также не отношусь к политике сейчас никак, то есть я ничего не знаю, но я думаю, со временем придется все-таки вникнуть в это дело. То есть пока что, мне кажется, рановато. Лично для моего возраста, для меня. То есть мне только 18 исполнилось, ребят, какая политика. Все, уже голосовать можно. Это да, но я думаю, пока вникать рано. Пока есть и свои трудности, какие-то заботы, поэтому не вникаю в политику. Нет, я повар, я вообще в политику не лезу. Я сижу дома и все, и готов. Поэтому я за политику сейчас не шарю от слова совсем. Вот в Москве очень часто тоже отвечают, что молодежь вся там аполитичная, не хотят никак с этим взаимодействовать, чтобы там ментальное свое здоровье не гробить, так сказать. Не думаете, что это приведет к тому, что вот все так и будет продолжаться, или там еще хуже станет? Это так все и будет продолжаться, скорее всего, потому что у нас все-таки молодежи чуть меньше, чем более таких взрослых жителей, которым там лет за 40, за 50 уже, которые вот прям топят за Путина и так далее. Интересно, как молодежь в Питере относится к Путину. Очень плохо. Я очень надеюсь, что это никуда, значит, не пойдет. Чтобы... Я очень надеюсь, в общем, что меня за это не посадят. Как ему еще по-другому можно относиться к человеку, который начал войну? Ну вот аргументы «за» приводят люди и говорят о том, что... Аргументы «за», что у нас при нем стабильность, но... Два основных аргумента уже не работают, потому что основной аргумент был, что только бы не было войны. Пожалуйста, война. Ну, там говорят то, что он там из 90-х страну поднял, и вот теперь у нас все хорошо. А мы стремительно катимся к 90-м. Вот у нас уже экономика в упадке, нет ни слова, ничего. В общем, молодежь, так, с которой я знакома, все очень плохо к нему относятся. Острый вопрос. Я бы ответила звездочками. Блин, страшно на самом деле говорить. Я думаю, и так понятно. Из моих знакомых нет никого, кто бы его поддерживал, но знаю тех людей, которые почему-то их поддерживают. Но с помаркой очень любят смотреть телевизор. А вы откуда сами вообще новости? Телеграм-каналы, независимые СМИ, то есть также еще и зарубежные каналы смотрю. То есть, в основном все из интернета, но ни в коем случае телевизоры, и не паблики, которые поддерживаются также каналами. Путина.
плохо. Почему именно? Блин, он страшно увидели. Он себе елку из военных сделал. Вчера или позавчера, какое обращение было. Плохо выглядит, ужасные вещи делает. Это он плохо. А что должно вот произойти, чтобы стало вот все хорошо? Непонятно. Мне кажется, это не все так легко, как звучит вопрос. Много вещей должно произойти. Вот. Мне 22. Начала я, в принципе, этим интересоваться в году 18-м. Ну и как бы с 18-го года поняла, что, в принципе, что состоит в нашей системе и не поддерживаю. До этого как-то не интересовалась, и особо мне это не касалось. Ну вот можете, например, выделить какие-нибудь позитивные моменты вот во всем его управлении? Ну, для меня, если честно, ничего. Hey, I want to quickly tell you that I'm looking for illustrator. If you draw pictures, let me know, Instagram and email. Наверное, больше позитивно занимает, потому что, ну, у меня ничего в плохую сторону не изменилось. Возможно, это, конечно, отрицательный опыт для кого-то, что ничего не меняется. Но у меня в худшую сторону пока ничего не изменилось. Это так. Вот могут же мобилизовать, например? Конечно, могут. Это же, наоборот, как раз-таки отрицательный фактор. Ну, да, да, это, конечно, очень печально. Славлю Путина, он наш царь и бог. Почему у вас такая позиция сформировалась? Потому что мне нормально. Потому что Путин строит Россию и... Ну, короче, у меня все окей, у меня есть образование, я его получаю. И все программы государственные, которые предоставляются по его инициативе, я реализую как бы в своей карьере. И проектная деятельность, и научная деятельность. То есть, если заниматься всем, то все будет окей. Плохого, конечно, ничего не скажу, ни в коем случае. Почему? Потому что боитесь или потому что у вас такая позиция? Да, потому что я считаю так, что если я живу хорошо, значит, у меня к нему нет претензий. То есть, довольно, наверное, глупо, но я довольно такой аполитичный человек, который все-таки обращает внимание именно на себя, на свою учебу, на своих друзей и так далее. Вот в Москве то же самое практически отвечает, то, что вот я там аполитичный, хочу никак касаться, а вот не думайте то, что если вот все так и будем, мы аполитичны, так и будет все продолжаться. Это понятное дело, но просто проблема еще заключается в том, что сколько раз пытались решить эту проблему, да даже другие проблемы, вот, с митингами и так далее, никакому результату это не приводило. Вот. Не знаю, я была на митингах, типа, и удавалось убегать. Вот год назад в Питере были митинги, вот, я там была, ну, это ж ничего не дало. Вот, это обидно, да. Единственный вариант – это просто взять и свалить с России. Все. А вы сами местный? То есть да. Вот, ну, что у вас друзья вообще? Какая позиция? Ну, конечно, отрицательно к гибели людей относятся. Вот, соответственно, ну, я не могу больше ничего говорить, по просто сути. По моему опыту, вот в Москве, например, молодежь, ей пофиг, то есть, да, и еще раз, там, что-то, ну, наверное, хорошее сделал, если наш президент вот в таком духе ответа. Ну, там, я не хочу там даже голову себе забивать с этим. Ну, у меня просто ситуация, я учусь в Финляндии, вот, и поэтому я просто за этим постоянно слежу, конечно, постоянно в напряге, потому что вот меня на границе там просто спрашивали, у меня, ну, пока я стал, соответственно, время там что-то тянули. Что вы там учитесь за границей, там все такое? Ну да, вот в Финляндии, там дизайн, что такое. Меня резко спрашивают, то есть это больше про строительство. Я испугался, вдруг она записывает, меня отправят под Бахмут строить окоп, соответственно, это не очень мне нравится. Вот, а так, ну не знаю. Ну, у меня все адекватные, то есть все как бы понимают, что это, ну, что происходит, как бы, и к чему это все, и все. Вот есть у вас какой-нибудь, ну, альтернатива какая-нибудь ему, его фигуре? Я думаю, что всех людей, которые, возможно, могли бы стать его альтернативой, то, что они сейчас подвержены политическим репрессиям. Вот, то, что их либо выдавили из страны, либо они сидят. Вот, поэтому так сходу даже
той, которая бы вот сейчас прямо смогла занять его место и все сейчас начинать деформировать, поднимать, так не приведу. Но он является образом России и образом России для зарубежных стран, и его боятся, его не любят за рубежом. И если будет кто-то другой, то, возможно, и реакция на Россию будет другая. Ну, разве хорошо, что его боятся за рубежом? Разве не ужасно? Ну, к нему не относятся к чему-то, как к чему-то страшному. Типа, это уважение. Но это уважение, которое, получается, на страхе основано. На страхе, на том, что есть страна, которая может противостоять униполярному западному миру. Ребят, я реально не хочу с вами разговаривать на эту тему. Что должно вот произойти, чтобы у нас стало все вот стабильно, хорошо? Я думаю, его нужно судить как военного преступника. Ему надо этот в суд в Гааге. Сначала ему нужно хотя бы уйти с поста. Ну, это конечно. Ну, просто проблема в том, что если, например, внезапно с ним что-нибудь случится и он умрет, то это может стать началом культа личности такого же, который был после Сталина. Что вот будут так же говорить бабушкам подъезда, как говорили о Престалии, так и будут говорить, так и вот при Путине было хорошо. Вот это вот может начаться, и вот это вот хорошо не будет. Будет у нас второй Ленин лежать на Красной площади. Да. Ленина бы тоже, конечно, похоронить уже. Окей, все, спасибо большое.